Ага. Ну, что там у меня, доктор, все нормально? Да нет, нет, совсем не нормально. Понимаете, в вашем возрасте иметь такое отменное здоровье, это же уже просто патология какая-то. Да ну какое там здоровье, доктор? Ну, я когда на 9-й этаж-то вбегаю, я ж потом долго отдышаться не могу. Секунд 30-40, сердце так вот колотится. Я когда в лифте на 5-й этаж поднимаюсь, у меня тоже сердце колотится. От перепада давления. Вот проблема так проблема. А у вас это просто небольшое учащенное сердцебиение, вызванное физическими нагрузками. В вашем случае вполне посильными, что меня, кстати, больше настораживает, чем ваши идеальные анализы. А почему же у меня тогда после секса всегда шум в ушах? Это что значит? Я думаю, что это соседи вам аплодируют.